It's the Llama's Ass. Классно, марафоны бегать здорово. Надо просто делать небольшие перерывы, чтобы каждый раз был новый мотивационный какой-то настрой на марафон. Здорово. Мужики, я пробежал марафон. 42 километра, 195 метров в Москве. Спустя 3 месяца подготовки. Люди финишируют все в плащах. Очень круто и хороший результат. Так, слабенько тренировался. Рекомендую бегать. Бег – это здоровье, бег – это спорт. На финише чувствуешь, что ну его нафиг, эти 42 километра. Лучше в дом от плюшки ел. Он еще будет первым. Тренируйтесь в горке, тренируйтесь интервальчиками. И очень тяжело. Но это, мы, знаете, бегуны-маньяки все, просто мазохисты, суицидники. Вот, это такое, свой кайф. Да, это было... Рекомендуете? Да. Спасибо. Тяжело. Ну, она хорошо, из-за горок на 41-м километре поставила. И бегать так же быстро, как Сережа Черепанов. Он просто... Это так себе. Это... И хороший. Как тебе четвертый марафон за год? Ну, я говорю, мотивация. Нормально. Немножко потерялась мотивация, но я думаю, что за зиму я смогу набрать эту мотивационного материала в свою голову. И уже весной можно побежать пятку. Да, весной, кстати, побежим в любом случае. А еще побежим, наверное, осенью еще попозже. Да. И зимой. Зимой вряд ли. Зимой будем плавать на велике. Да. Невероятная беготня. 42 километра, 195 метров. Официально преодолены, это первый марафон. Скоро будут следующие в других городах и весях России и мира. Да, друзья, бегайте на здоровье, тренируйтесь. Аккуратно. Кстати, прошу обратить внимание, 3 месяца без мяса, без молочки. А что говорите, белка не хватает? Не, врете. Сережа Варт, тебе персональный привет. Обещал, обещал. Вот что клубы с людьми делают. Счастья вам, любви, здоровья. Я пошел кушать, переодеваться. Пока.